Бедный встал, блядь, под железкой, прям, поездом. Так, аккуратней. Давайте постараемся его все-таки не убить. Да. Да, все, самый первый его застрелишь. Я буду осторожен. Вот он, этот дядька. Ну, сейчас у нас не насильно. У нас только второй, это вторая звезда. А у нас она на легком еще. А, вот он. Увидишь красный пиджак, не стреляй. Красный пиджак, да. Acts like he's never heard a sermon. Rob enough trains, one of these companies is going to put a price on your head, or maybe all of them. He's a hero to some folks, a villain to others, and most likely somewhere in between. Hey, this might interest you. A fella he used to run with lost his leg, became real bitter with it. He's got himself a vested interest in Ben's demise. Meet him over at Mercer Station. He might tell you where to go. Вон желтеньким, да? У нас две жизни, так что можно не переживать. Это что такое? Что это за чувак? Ну это наблюдатель. А, нам с ним поговорить надо, да? Да. But you better hurry up if you want to catch him. They took over a train up near Armadillo. By now they'd be going at quite a clip. So you have to find them near Tumbleweed and get on board somehow. Воскресный and that's all I can give you for free. Past it made me a cripple. That don't mean I'm gonna give him up on the plate for nothing. О, тебе не жарко в этой в пустыне, вот эти кепку в шубейке. Там у тебя, если солнышко появляется, надо снимать ее. Там, где сердечко солнышко, если появляется, у тебя будет быстрее уходить, короче, жизнь. Так, надо нам железную дорогу найти и на нее выехать. Вот железка, Боря. Скакали по железке. Конь слабый, что ли, я не пойму. Да. Это поэтому он так плохо скачет? Угу. Да, надо ему прокачаться. А вот и поезд. Ты уже кого-то заприметил? Да. Скачут твари.
Вон он. Осторожненько, подходим. Ты его берешь? Не знаю, ты смотри, давай окружение, наверное, валим. Ну тут их много, Борь. Вон, я его на крышу залезть. Так, чтобы на него не наводиться. Да все, у меня на него наводится. Тихо, не стреляйте в него. Стой, стой, Боря, я его сейчас завяжу. Прикрывайте. Борь, залазите на машину и прикрывайте меня сзади, там кто-то скачет. Сейчас еще лошадей будем ждать очень долго. Все, спрыгиваем. Подожди, я сейчас вот здесь вот спрыгну. Вот тварь упал. Кидай мне его. Ты где? Ты совсем уже чокнул. Да ёбнутый конь, блядь. Все, поехали. Да, давай возьмем на всякий случай пистолетики. А то еще по пути могут на нас. Времени даже не идет, да? Да. Так это мы в Тамбервилд этот скачем или как он там? Да. Куда-то сюда, в этот район. Ну вон там переход. Давай его уже. Ща. People will be real excited to see him go. Thanks. Ой, упал. You can count it, or you can trust me. It's all there. Он упал, Борь. И музыка такая классная. Тын-тын, тры-тун-ду-дун. Ту-ду-дун. Ты видел в малиновом пиджаке, как, короче, из 90-х? Так вот откуда пиджаки пошли в 90-х, где малиновые, у бандитов. Да-да-да-да-да. Кто бегает, Шкода, тут?